На заседании антитеррористической комиссии городского округа Щелково были подведены итоги антитеррористической деятельности служб и подразделений в 2022 году. Существенных изменений нападение не претерпело и характеризуется как стабильное. Преступления террористической и экстремистской направленности на территории округа не зарегистрировано. За отчетный период принято 20 нормативных актов, направлено на реализацию решения АПК округа и АПК Московской области, совершенствовано организации управленческой деятельности, предупреждения терроризма и угроз. На антитеррористической комиссии также обсудили меры безопасности при организации мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. На заседании отмечалось, что в Центральном парке культуры и отдыха уже состоялось открытие зимнего сезона с анимационной программой для детей. Эти мероприятия продолжатся до 8 января 2023 года. Всего их запланировано 26. Елки главы пройдут 24 и 25 января во всех учреждениях культуры городского округа Щелково, а также 7 и 8 января это елки, рождественская елка и рождественская елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. На комиссии отмечалось, что обеспечение безопасности в праздничные дни будет находиться на особом контроле. Все дежурные расчеты полиции будут работать в усиленном режиме. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.